Боже, да это же сифон фильтр. Да, вирус генетически программируемый может уничтожить кого-либо и что-либо. Представь себе, если это оружие будет нацелено на демографические или этнические группы, оно сотрет с лица Земли целые континенты, кроме избранных, которые останутся жить. Да, звучит впечатлительно. Мы напали на след Эйтона. Он находится где-то в этом соборе. Со слов Моры, Роберт держит пленников и проводит на них опыты с вирусом. Но сейчас Фейтон сам стал пленником. Возможно, где-то в катакомбах. Есть какие-то сведения о Море? С тех пор, как она сбежала из нашей лаборатории в Восточную Европу, за ней потянулся след из мертвецов. Сейчас она исчезла. Также нет никаких сведений и о Роберте. Мы нашли и уничтожили все базы, изготовляющие вирус, но нам не удалось найти компьютеры. Ты должен найти местонахождение Фейтона. Да, но можно подключить. Это невозможно. Я сам доставлю тебя на место. Нужно проверять все, что попадется на пути. Не пропускать ничего. Нам нужно найти Фейтона. Отлично. Вперед. И кое-что еще. Уничтожь весь медицинский персонал Роймера, чтобы встретиться тебе. Понял. Я дам знать, когда найду путь вниз. Я нашел первую группу зараженных. Я пытаюсь применить вакцину, но не знаю, как это сделать. Как только ты заблокируешь эту сторону, всех придется эвакуировать. Спаси меня.
убивай меня! Нет, не стреляй в меня! Нет, не стреляй в меня! Thank you.